Это время, когда Господь приглашает нас за свой стол. Для того, чтобы поговорить с президентом, посидеть за столом, это много стоит. А нас приглашает Господь, Царь царствующий, Господь всех господствующих, за свой духовный стол. Давайте помолимся. Боже наш милосердный, благодарим Тебя за то, что этот день Ты наполнял смыслом, что наше сердце тянется к Тебе, к Слову Твоему, к Дому Твоему, к служению Тебе. И мы сегодня пришли в Дом Твой, чтобы услышать Слово Божие, которое преподается нам в изъяснении, в разборе, в пении. Благодарим Тебя за то, что на этом месте сердце наше поет Тебе. Время посвящается слышать Твое Святое Слово. И мы хотим, чтобы успокоилась наша душа от всех наших земных тревог. Они у нас разные и много. Мы просим Тебя, чтобы сейчас это время нам провести с Тобой, чтобы наполниться миром и покоем, любовью и доверием, чтобы возросла наша вера, укрепились наши чувства и мышление во Христе. Благослови сегодня нам услышать Твой голос среди суеты, в которой мы живем, чтобы приготовить нужное к переселению. Мы просим Тебя, Господи, за наши семьи. Благослови, храни нас. Благослови, Господи, братьев, которые работают на траках, на опасных работах. Храни их, чтобы они благополучно могли возвращаться в свои семьи. Да будет милость Твоя и благодать Твоя к нам. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. По милости Божией мы не исчезли, хранимы им. Господь нам подарил прекрасный вечер общения, когда мы снова и снова приходим в Дом Божий для того, чтобы напитать наши бессмертные души, чтобы прославить нашего Господа, чтобы действительно воздать славу тому, от которого зависит вся наша жизнь. Первый псалом предлагаю петь вместе с нами. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, пред Тобой в благоговении стоим. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Отец Небесный, любим мы Тебя, прославить жаждем среди ночи дня. Твое царство уже будет внутри сердца нас. Свою силу прояви, о Боже наш. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, пред Тобою в благоговении стоим. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Еще один псалом вместе споем о Иисусе Христе, который является нашей надеждой, нашим упованием. Мы живем и движемся, и существуем.
Итак, псалом: «Наша надежда, Ты, Христос». Наша надежда, Ты, Христос, Ты наше счастье, наша любовь, Ты наша радость, Ты наша жизнь, Ты наше счастье и мечты. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем. Слушать Слово Господне. Приветствую вас, дорогая церковь. Мысли, которые у меня были в сердце давно, я верю в то, что Господь показал каким-то образом перенести, передать. И для меня оно, хотя для себя обличительное слово, я надеюсь, будет в нам назидание и приведет нам причину для того, чтобы помолиться вместе. Такой вопрос может странный, но поучаствуйте. Кто здесь, поднимите руку, хочет, чтобы эта церковь росла? Нет разницы, очень хорошо, все поднимают руки, это очень хорошо, здорово. У кого была такая ситуация, можно руку не поднимать, подумайте о такой ситуации, может быть, у вас была. У меня такая ситуация была тогда, когда я встречаю других незнакомых русских, я их никогда не видел, в магазине. У меня есть доли секунды какие-то слова сказать, может, одобрение, но вижу то, что они неверующие, они ведут себя не то, как верующие. У меня есть возможность что-то сказать, познакомиться, может быть, но у меня внутри какая-то странная борьба, которая даже не должна существовать вообще. Что им сказать, как познакомиться, как им засвидетельствовать. И эту возможность упускаю, и потом у меня совесть возникает. Подожди, а может быть нужно было что-то это сказать? Ну если бы что-то заговорил, они же как-то ответили, ну что, убьют что ли?
другие мысли начинают посещать. Может быть, этот человек стал очень великим проповедником или пастырем, или служителем в другим каких-то сфере, евангелистом. И у меня несколько раз такие были ситуации, может, у вас были такие ситуации, которые вы встречаете других русскоговорящих людей, но вы не знаете, в какую церковь они ходят, и также, может быть, убеждаетесь, что они вообще в церковь не ходят. Это упущенные моменты нами, это такие странные явления вообще. И для меня, я очень благодарен, что папа мой занялся книгой Откровения, он изучает, и мне очень много достается истин находить в этом. И одна истина меня чуть-чуть шокировала, о том, что она просто, это несколько слов, среди хороших новостей, очень такие резкие слова. В 21 главе Откровения написано о том, что в 7 стихе я прочитаю: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». И следующий стих среди этой хорошей новости написано: «Боязливых же и неверных». И потом другой список продолжается: «И скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и дослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огненным огнем и серою». Это смерть вторая. Меня задевает эта боязливых людей и неверных участь в озере огненном. Насчитывается точно больше хотя бы 100 тысяч русскоговорящих, которые неверующие здесь, в Портленде, Ванкувере. И это страшит. Эти люди могут создать огромную церковь. Некоторые будут проповедниками, евангелистами, другими певцами. И они вместе могут назидать друг друга. И церква вокруг что-то делает, что-то, может, упускают. И в этом страх. Как это может упускаться, такая возможность? Более того, когда я смотрю на все американские и русские церкви, которые здесь, мне это очень странный вопрос. И как бы такая боль даже. Вопрос такой возникает. Вот подумайте, когда вы одни, ни на разборе, ни в церкви, когда вы одни вот с этой книгой из Библии, вы читаете, что здесь написано о других верующих, о первой церкви. Когда только вы и Бог, и вот эта книга, которая говорит о том, что делали первые верующие, у вас мир на душе или беспокойство какое-то? Вот то, что было у первых христиан, и то, что у нас, оно сходится или нет? У меня, когда я думаю об этом, когда читаю в Деянии апостолов, у меня покоя нету. Это не тот же самый мир, в котором мы сейчас живем. Не тот же самый христиане. Мы не то же самые, как они были. Когда они ждали, что Дух Святой сошел, и потом, когда получили Дух Святой, они так смело говорили, очень смело говорили о Иисусе, о том, что Он сделал, о том, что все люди должны покаяться, все люди должны принять этот дар Святого Духа. Тысячи приходили, они каялись, церковь размножалась, вошел грех в церковь Анания и Сапфира. Господь сказал: нет, так не будет среди моего народа, и поразил их. Дальше Стефан, проповедник, он говорит: я вижу Иисуса, когда его побивают камнями. Какое свидетельство интересное. Я вижу Иисуса, а они так разозлились на него, то, что побивали камнями его, и такой смертью он умер. Гонения начались, такие серьезные, но церковь росла, продолжалась расти. Гонения начались, и церковь росла. Павел, который никто не думал, что, ну, это точно тот человек, который убьет последнего верующего, если можно так сказать, когда вот, во время коммунизма говорили, что вот найдем последнего верующего. Вот точно Павел смог, он так сильно яростью искал. И смотрите, что случается. Бог является ему, переворачивает всю его жизнь. И теперь этот же человек ездит на миссионерские путешествия, и церковь продолжает. Это количество людей, которое умножается, ну, непоколебимо, не может ничто остановить церковь. Ее влияние, доброты, любви. Тогда, когда они продавали все то, чтобы счетом своим поделиться со всеми остальными.
Это непоколебимая церковь, которая тогда первая. Сегодня, когда мы смотрим на церковь, это очень сложно. Я на себя смотрю, это сложно поверить, как мы сегодня относимся вот к такой группе людей, которые однажды делали такие великие дела, а сейчас нас можно остановить. Это очень легко. Убери служителей, что дальше будет? Здание убери, где будем собираться? Человек мне здесь надоел в этой церкви, я пошел в другую. Подумайте о церкви, которая была первоначально. Такие причины, такие явления, которые у нас сейчас, это сложно даже подумать, как можно так легко остановить сегодняшнюю церковь. Мне холодно сегодня. Подумайте, несколько тысяч людей сидят на стадионе, смотрят футбол, гроза идет, дождь сильный. Есть шанс, что кого-то ударит молнией, они смотрят футбол, и тем более они заплатили за это место. У нас есть некоторые ситуации, в которых нам холодно, не можем здесь просидеть 2 часа, они сидят там 4. И это я говорю и хочу перенести это о многих ситуациях, это американские, это русские церкви, это очень сложно, когда смотришь, нет покоя из-за того, что не соответствует та реальность, та непоколебимая церковь, которую врата ада не должны поколебать. А сегодня очень легко можно остановить. Когда я думаю о том, что если Иисус имел свою церковь здесь, мне приходит на ум мысль то, что, скорее всего, у него не будет столько, сколько в нашей церкви или с другой церкви, намного меньше последователей бы у него было в его церкви. И, скорее всего, меньше, чем здесь находящихся. Вещи, которые он говорил, очень были непонятны. И очень многие люди, которые приходили издалека даже слушать его, потом уходили. Они не понимали. Они только получали благо от него, разные исцеления. И очень маленькое количество людей за ним следовало верно. Я не знаю, сколько людей у Иисуса в церкви было, если на сегодняшний день у него была своя здесь поместная церковь. Но уверяю, то, что те люди, которые в той церкви были, они действительно были верны ему во всех вещах. Для меня это удивительно. Когда я читаю, это по-новому открылось, когда я читаю некоторые притчи, которые он говорит. Давайте обратим наше внимание на одну притчу, которую он говорил в Луки 8 главе. Это притча, которую мы знаем о сеятеле. Смотрите, с 4 стиха здесь говорится. «И когда же собралось множество народа, и из всех городов жителей сходились к нему». Это очень много людей, со всех городов сходятся, услышали об Иисусе, хотят увидеть его. Многие хотят, может быть, исцелиться, получить какое-то благо, добро. И тут возможность у Иисуса начать очень большое движение. Очень большое, это возможность, то, чтобы много учеников иметь. И смотрите, что он говорит. Вот то, что он сказал. Он начал говорить притчей. Начал говорить этой притчей, этим всем множеством народом, которые сошли с городов разных. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернями, и выросло терни, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши, да слышит. Люди со многих городов собрались, чтобы послушать вот то, что я сейчас прочитал. Эту притчу простую. И в конце, подумайте, то, что он говорит, это сеятель вышел, посеял в одно место, второе, здесь случилось это, здесь случилось это. Поняли? Хорошо, до свидания. И пошел. Ну, кто так проповедует? Почему-то Иисус специально так делает. И ученики не оставляют это просто так. Они приходят к нему и говорят, почему ты так говоришь им? Ведь никто тебя не понимает. И он им отвечает, он говорит, я говорю им, чтобы они, видя, смотрите, причина очень странная, видя, чтобы они не понимали, когда слышат, чтобы они не понимали. Он как будто специально
народ этот ставит замешательство. И он говорит, а вы, которые ко мне пришли, ну я понимаю то, что и вы понимаете, вы получите ответ, с вас будет толку, а с тех нужно им притчами говорить. И в этой же притче он объясняет, почему это он делает. Ну, сеятель сеет. Если я буду поливать камни, зачем мне это делать? Когда сложно будет, когда мне нужно на крест идти, где они будут? Они все убегут. Зачем мне поливать камни? Если я буду удобрять тернии, зачем мне удобрять тернии? Когда сложность, когда только что-то новое появится, они сразу там, они не со мною. А вы понимаете, вы поняли, здесь что-то есть, что важное, и поэтому вы спрашиваете у меня, Иисус говорит ученикам. Иисус очень интересно проповедовал. И тогда, когда Он говорит такие слова, имейте уши слышать, да слышите, люди ну, поняли что-то и ничего не поняли, и разошлись, и все. Иисус не проповедовал количеству, то, что все люди пришли к Нему и просто использовались Его благом. Он подчеркивает то, что вы верные ученики, вы пришли, вы получите понимание, потому что вы увидели ценность во мне, вы увидели то, что я имею глаголы вечной жизни, Иисус говорит. И тогда, когда эти люди разошлись, ничего не поняв, ученики увидели другую сторону, совершенно другую сторону их учителя. Другое место еще. Смотрите, что Иисус здесь говорит. Луки 14 глава. Он также опять собралось множество народу. И опять второй шанс. Но тогда у него шанс был, и как бы нами кажется, что это Иисус упустил. Много людей отошло, не поняли ничего. Мы понимаем, что когда проповедь идет, нужно, чтобы понятно было, чтобы люди догадывались. А тем более, если притча идет. Но когда притча такая, которую не понимаешь, какой толк с этого? Но здесь второй шанс у Иисуса есть. Луки 14 глава, 25 стих. Здесь написано, «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Всякий проповедник, который анализирует это вступление, это странное вступление проповеди. Вы хотите последовать за мной, Иисус говорит этому народу, и он говорит, ну давайте сядем и порешаем, окей, хорошо, ты возненавидишь отца, так? Ты можешь оставить своих всех детей, супруга? Ты нашел что-то, очень ценное во мне, то, что ты оставил все, ты даже крест взял, вот, это в прямом смысле, это не в переносном бремя нести, это реально посчитать себя таким грешником, что нужно будет умереть на кресте, быть распятым с Иисусом Христом. Он говорит это народу, вот если вы не можете это сделать, вы не можете быть моими учениками. Это сложно слышать. Как такое вступление воспринять? Он дальше говорит им, интересно, другую иллюстрацию говорит. Или как, ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Иисус говорит о том, что подумайте, взвесьте, я вам наперед говорю, стоит ли за мной идти или нет. Ведь если вы пойдете за мной, Иисус говорит этому народу, то тогда вы должны оставить всю родню, всех. И тогда, когда мы выйдем с этого здания, может, вы никогда больше не увидите их. Более того, нужно посчитать издержек вот этот. Что будет, если вы пойдете за мною?
Потому что если вы пойдете и на полпути, я не знал, что мне нужно быть с нею или с ним всю жизнь. Я не знал, что разводов нельзя. Я не знал, что я так потеряю дочь, так потеряю сына. Я не знал, что у меня будут такие проблемы. Тем более, когда сложности, когда не получаем то, что желаем, я не думал, что так получится. Иисус говорит здесь очень, очень четко, нужно сесть и подумать, стоит ли за Иисусом идти или нет. Это реально то, что Он говорил им. Мне очень интересно, здесь Он продолжает, когда другую иллюстрацию, Он говорит, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Некоторые по-разному. Я так, когда прочитал, вот, что это значит? Сесть и посчитать. Допустим, мы были цари, или кто-то из нас был царь. Подумайте, если вы в такой ситуации, идти войной против другого, и у нас только 10 тысяч людей, а то вот 20. Иисус говорит, если вы будете следовать за мною, вот этому народу, если вы собираетесь, вам нужно посчитать, вот как царь считает, мы на войне. Это реальная духовная война. Это сложно представить. У нас менталитет, не менталитет войны очень часто, а другой какой-то менталитет. И тогда он здесь говорит, если против мира, против этих всех сложностей вы не готовы противостоять, то идите, миритесь, идите. Но если вы будете за мной следовать, Иисус говорит, то тогда нужно будет быть готовым к битве. Это сражение будет. Но если не готовы идти против этого мира, против всех сложностей в этом мире, против всех козней в этом мире, то тогда нужно пойти и найти как-то примириться, найти как-то общий язык и остаться там в мире. И последнее то, что он здесь говорит, очень интересно в этом месте. Тогда, когда он заканчивает вот эти три этапа, он третий говорит, «Так всякий из вас, кто отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Итак, заключение. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни на навоз не годится. Вон выбрасывают ее». Кто имеет уши слышать, да слышит. Он сравнивает последователей тех с солью и говорит, соль, если имеет силу, если потеряет силу, извиняюсь, то она не гожа ни к чему. Ни в землю, земля лучше самой той соли, которая ни при чем. И на навоз не годится. Представьте, что он говорит. Соль – это хуже навоза. Навоз используется, может быть, хоть удобрять для чего-то доброго, но соль – это, которая потеряла силу, ни для чего не гожая. И этим самым говорит, если не имеете эту силу, не имеете это желание следовать, не имеете это рвение приблизиться и видеть ценность во мне, у нас дела вместе нету. Я не могу никак ничего сделать, Иисус говорит. Это такие... не нужны следователи. Это очень странные слова. Иисус, когда говорит о том, что нужно отрешиться от всего, а то, чтобы последовать за Ним, это очень сложные слова принять и даже воплотить. Сегодня, когда мы размышляем о том, где мы находимся, я хотел бы то, чтобы мы проверили сами себя. Являемся ли мы следователями Иисуса Христа? Или мы прихожане в церковь, которое время пройдет, и другое поколение начнет, и, может быть, даже то же самое будет повторять. Это очень сложно смотреть тогда, когда люди решают многие-многие вопросы на основании желаний, а не на основании принципов Иисуса Христа. Ведь тогда, когда Он говорит, вот эта группка маленькая людей, маленькая группа людей, которые следовали за ними, у них атмосфера совершенно другая. И у той первоначальной церкви, у людей была атмосфера совершенно другая. Они делились банковским счетом. Они заботились о друг друге таким образом, что
дети в одной семье были дети в другой семье. Братья и сестры, это очень сложно. И как это воспринимать, когда я думаю и сопоставляю ту реальность, которую Иисус предлагает, и то, в которой мы живем, в которой я живу, это сложно поменять. Ну, кому я скажу, давай, мой счет будет твой счет. Или моя машина, твоя машина. Дом твой будет моим домом, и мой дом твоим домом. Это не воспринимается. Как это? Моя принадлежность вот здесь, а вот твоя здесь. Тогда, когда они продавали и делились всем имуществом по нужде, это было блаженное время, потому что они имели связь, которая теснее сближала их, чем сама кровь. Те связи семейные, они что не значили тогда, когда у них связь через Иисуса Христа, Спасителя, их есть. И тогда, когда они любили своих ближних, они знали их имена очень близко. Мне страшно, потому что я нахожусь в церкви, и я не знаю половину имен здесь находящихся. И у меня уже много времени было, крещение давно было. У меня много времени было выучить эти все имена. Какая суета останавливает нас? Какие приоритеты у нас есть? На каком этапе мы находимся? Какие мы следователи за Иисусом Христом? И последний вопрос хотел бы спросить. Что нас останавливает, то, чтобы быть той церковью, первоначальной церковью, апостольской церковью? Ну что действительно поменялось? Деньги есть деньги, пища есть пища. Все ожидаем Иисуса. Это каждый человек должен спросить себя, какой я следователь Иисуса? И посчитал ли я весь этот издержек? Следую ли я или в конце, или в середине, или даже в начале, может, пути? Мне сложно станет. Я буду жить жизнью, когда я просто постоянно буду приходить, участвовать, уходить и быть не таким, как Первая апостольская церковь. Они поставили стандарт нам, и то, что нам нужно к этому стремиться. Я надеюсь, что слова, которые я говорю, это не просто притча, это надеюсь, что это понятно. Но если кто-то не понял, может, это не для вас, я извиняюсь. Ну и те другие, которые поняли, я надеюсь, что это даст вам толчок для того, чтобы продолжать следовать за Иисусом Христом, следовать без границ, жертвуя всею жизнью. И нужно, если идти до креста, тогда, когда мучения, тогда, когда гонения начнутся опять, мы это тоже сделаем. Да поможет нам Господь в этом, то, чтобы мы проверяли наше сердце и проверяли наше следование за Иисусом Христом. Направлены мы на пути, и за кем мы действительно следуем. Давайте обратимся к Нему сейчас. Если нам нужно попросить прощения у Бога, а переанализировать это, то давайте это сделаем сейчас. Если мы рады, мы следуем, мы видим Иисуса, как Стефан видел впереди нас, то давайте прославим вместе Господа. Помолимся Ему, чтобы Он дал нам мудрость, помог нам дальше идти, то, чтобы мы Его впереди нас видели. Слава Ему во всем. Аминь. Помолимся.
Аминь. Аминь. Отче, мы обращаемся к Тебе сейчас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты милостив, за то, что милость Твоя, Господь, доказана, Господь, Твоей жертвой и воскресением. Спасибо Тебе за то, что Ты принял нас в свою семью, Господь. За то, что Ты, Господь, ведешь нас Духом Твоим Святым. И Ты не сдаешься, Господь, тогда, когда мы не так следуем за Тобою, как Тебе хотелось бы, Отче. И во всему миру, Господь, Твоя церковь, она ожидает Тебя, Господь. Мы ждем, когда Ты придешь. И тогда, когда мы идем сейчас по этому жизненному пути, помоги слышать Твой голос очень ясным. Помоги, Господь, видеть Тебя впереди. Благослови, просто прошу Тебя, каждого из нас. Мы хотим, Господь, верно следовать. То, чтобы никто нам не мешал, Господь, видеть Тебя, следовать за Тобой, быть послушным Тебе, Отче. Самых простых и самых сложных ситуациях. В разных странах, Господь, очень многие страдания происходят, Господь. Эти гонения, Господь, заставляют людей переосмыслить ценности и приоритеты. Слава Тебе за этот мир и покой, который мы имеем в этой стране. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы этот покой не послужил нам плохую привычку, когда мы привыкаем к милости и доброте Твоей. Помоги, Господь, то, чтобы мы, находясь в этом месте, то, чтобы мы обращали, Господь, взор к Тебе, то, чтобы мы, Господь, всегда помнили, что это война, что это духовная война. И наша жизнь, Господь, нашу жизнь всю мы, Господь, готовы отдать для Тебя. Ты стоишь всего, Господь, Ты спас нашу жизнь. Ты дал, Господь, нам надежду, которую никто в жизни когда-либо не мог дать и доказать. Вечную жизнь, Господь, с Тобою. Спасибо Тебе, Боже, за все, особенно за Слово Твое, Боже. Помоги то, чтобы мы руководились им, то, что мы ходили постоянно в свете Его, помогали, Господь, и были этим светом везде, и солью везде, то, что мы следовали, Господь, Слову Твоему. Слава Тебе за все, Отче. Аминь. В продолжение служения будем петь псалом общим пением, и после общего пения, у кого есть желание сегодня поучаствовать в вечернем нашем богослужении, мы предоставляем такую возможность. Пожалуйста, друзья, стихотворение, свидетельство или пение, вы можете это сделать после общего пения. А мы будем петь псалом, все вместе встанем. «Когда бушует жизнь огнем меня крестя». Может у меня его огня.
чем не унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять. Зачем мне унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять. Я знаю, что нас ведут от смерти к жизни вечной, но мне ли унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять? Но мне ли унывать, имею я Христа, что может если хочешь. Процесс пошел. Мне рассказывал брат, в семье Николая Семеновича Колесникова, может быть, даже его тогда еще не было, уверовали его родители. Они были из православной семьи. И когда уверовали, то родители их, они выгнали их, они отказались. Это было очень позорно на то время. И они, молодые люди, должны были жить отдельно. Это непросто очень. И вот они решили продать свою корову и купить другую. А на то время это кормильница. Там все. И молоко, и творог. И кислое, и свежее. И животными себе, и продать. Привели на базар, это далеко они жили. Наверное, самое мало, 20 километров. Продали. А воры работают хорошо. Положил в карман, попробовал через пару минут. Нет. Коровы нет, и денег нет. И позор. Возвращаться, спросят, а где ж корова? Продали. А деньги? Украли. Ну ладно, это можно пережить. А вот когда спросят, а где же ваш Господь? Почему же, что же он это не присмотрел за вашими карманами? Вот это было позорно. Его звали Семен Кондратович. И как-то по отчеству, оно, это отчество для него стало популярным. Кондратович, Кондратович. И встречает здесь на базаре один брат из церкви, он был даже с другой церкви. Поздоровались, он говорит, что ты такой унылый? Да вот так вот. А этот понимал ситуацию без слов. Он говорит, ну, давай, может быть, поедем к нам, посидим, покушаем. Они поехали, они были вместе с женой. Поехали, рассказали, те пособолезновали. И потом говорит, давай, Сеня, поедем, посмотрим мои коровы, какие у меня. Поехали. Он попросил человека, который пас, говорит, отдели мои коровы. Он отделил троих. Хорошие, лучшие. Он говорит, Сеня, одна из них твоя. Выбери. И ему стыдно было. Он говорит, Сеня, одна из них твоя. Мы решили с женой подарить вам. Чтобы вы знали, что Господь вас испытал. А нас употребил для того, чтобы возвратить вам потерянное. Так что одна твоя. Вот так разрешился этот вопрос.
мне это пришло на память, когда Вадим рассказывал, как вот в первой церкви общий аккаунт у них был, делили своими средствами. Это может делать Божья любовь. Пожалуйста, друзья, есть свидетельство, ваше участие, пожалуйста. Мне иногда спрашивают, где Василий Иванович эти истории берет? Он что, их придумывает? Я не знаю, так попробуй придумать такое, правда? Василий Иванович, они настоящие эти истории ваши? Они настолько, как в книжке какой-то. Вам пора книжку написать. Интересные истории, очень такие поучительные. Я знаю, что у нас есть свои истории, просто мы не настолько смелые, как Василий Иванович, чтобы их рассказать. Так что вдохновитесь примером Василия Ивановича. Я с удовольствием каждый раз слушаю эти истории. Вдохновитесь этим примером и поделитесь, как Господь в вашей жизни работает. Я хотел бы продолжить мысли, которые Вадим начал. Он несколько нас озадачил, правда? Есть в Священном Писании много того, что читаешь, перечитываешь и не понимаешь. Я когда-то с юности для себя взял такое правило, что если я чего-то не понимаю в Священном Писании, я помолюсь Господи, я хочу это узнать, в сторону поставил, и иду дальше, и сосредотачиваюсь на том, что я понимаю. И эта у меня метода работала. Проходит время, возвращается к тому, что непонятное, оно вдруг становится понятным. Но потом я заметил, что одни и те же истины, они в Священном Писании повторяются многократно, просто через другие образы. Непонятно через одну притчу, оно станет понятно через другую. Непонятно через один образ, оно объясняется по-другому. У нас есть все Священное Писание. Мы находимся в очень таком выгодном положении по сравнению с теми слушателями, которые тогда были. У нас есть все, и прямой текст, послание, где прямо говорится, Господи, ученики спросили, почему ты притчами говоришь? Прямо скажи. У нас есть и прямо, и косвенно, и притчами, и примерами. У нас есть все вместе, одно и то же. Я для себя открыл, что та часть, которая для нас понятна, вполне достаточно, чтобы спастись. И вполне достаточно, чтобы мы были ответственны за то, что мы понимаем и не делали в своей жизни. Поэтому хочу вас просто ободрить, этот текст действительно сложный, он озадачивает, но в то же самое время нам сосредотачиваться нужно на том, что нам понятно. Мы слышали о том, что Христос пришел на берег моря и стал им рассказывать эту историю интересную. Вот вышел сеятель сеять. И, наверное, там на самом деле сеятель был. Он показал, вот посмотрите, народ, масса народа собралась. Он говорит, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, одно упало при дороге, и птицы поклевали. Другое семя упало на землю, которая много камней. Вышло, взошло и засохло. Третье упало где-то в бурьяны какие-то. А четвертое на хорошую почву и принесло плод. И когда он это говорил, они понимали, что он говорит, да, действительно, так бывает. Но все на этом закончилось. То, что Вадим подчеркнул, на всем, и на этом закончилось. Масса народа собралась, они это послушали. Ничего не поняли. Точнее, они поняли. Вот он, сеятель. Да, действительно, семя падает. И такая почва, и такая почва. Ну, а нам-то зачем это надо знать? Ну, мы видели сеятеля, ну сеет, да действительно она падает. Вот представьте себе этих людей, они, которые послушали эту проповедь. Послушали они. И разошлись.
Когда ученики спросили, а он говорит, это потому что им не дано знать тайны Царства Божия, а вам дано. И когда эта фраза звучит, и всякие мысли приходят, одним дано, другим не дано, а как разобраться с этим? Люди разошлись, ничего не поняли, а Христос говорит, ну им не дано, а вам дано. И себе думаю, ну хорошо, им не дано, а этим дано, а я где? Я там, где дано, или там, где не дано? И здесь начинается проблема у нас в голове. Я просто хочу обратить внимание, что эта притча, которую он рассказывает массе народа, это не просто масса народа, он не рассказал за пример о сеятеле. И они не поняли, и пожимая плечами разошлись. Там была предыстория, было что-то до этого. Там, в частности, говорилось о том, что Христос проходил своими учениками засеянными полями. Фарисеи стали его обвинять, что он не, что они делают то, чего не должно. Это лидеры народа, которые толковали Писание для спасения народа. Они веками это делали. Говорят, а вот они не должны делать. А почему? Суббота. Вот даже семена срывать, это нельзя. Говорит, ну, не человек для субботы, суббота для человека. Он ушел в субботу, там был человек с сухой рукой. И все ожидали, не исцелит ли он в субботу. Ждали, вот что угодно, человек с сухой рукой. Есть человек, который знает, а, он может исцелять. Но вот исцелит ли он в субботу? Вот мы понимаем, что у него есть сила исцелять. Но субботу нарушит или не нарушит? И все ждут. И Господь им говорит, скажите мне. Написано, с гнева посмотрел на них. Кто можно делать в субботу? Добро или зло? Никто так не думал. Добро или зло? Вообще ничего не надо делать. Говорит, нет, добро или зло? В субботу можно делать. Отец мой да ныне делает. Спасти человека или погубить. Я говорю человеку, протяни руку твою. Она стала здорова. И люди, которые, по сути, лидерами народа были, они собрались вместе и не решили убить его. Глава предыдущая говорит о том, что он говорил множество слов и проповедей. Она говорит о том, что Христос исцелил очень много больных, бесноватых. Приводили к нему масса людей больных, бесноватых. И он словом массу этих людей исцелил. Пришли другие и говорят, да, не обращайте внимания. Исцеляет, подумаешь. Бесов изгоняет. Силы князя Бесовского исцеляет. Можете представить, это народ, с которым он работает. Они стали распространять хулу о нем. О том, что он бесом одержим. И беса изгоняет. Христос говорит, да не надо сильно умным быть, чтобы разобраться. Исполни свой просто здравый смысл. Если сатана сатану изгоняет, то его царство не устоит. Вы понимаете, что вы говорите? Вы же понимаете, что вы это придумали. Вы же понимаете, что я пришел от Бога. Когда-то скажет Никодим, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Ибо таких дел, которые ты творишь, никто не может творить. Вы же это понимаете, но вы это делаете сознательно, называя черное белое, называя черным. И тогда он говорит, всякая хула простится, но хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. Когда вы сознательно понимаете истину и поносите ее, это не простится. Именно в этом контексте братья услышали, мать услышала, что всякое говорят об Иисусе. Распустили молву о нем, о том, что он одержимый, ненормальный и прочее. Пришли родственники поставить его на место. Когда люди собрались, и он исцелял, проповедовал, они стояли вне. Они не зашли слушать. До родственников дошло. Они послали человека и говорят, выйди к нам. Мы хотим поговорить с тобой. Оставь то, что ты делаешь.
Они явно были обеспокоены, что Иисус позорит семейство. Они были настолько обеспокоены этими слухами, этими сплетнями, что это уже их заживое задело. Они хотят снаружи, зовут тебя. И вот он когда зовет, он все оставит, пойдет к ним. Ну, естественно, они его отчитают. Братья будут говорить: тебе что, не стыдно? Посмотри на маму, как ты себя ведешь. Ну, представляете, чисто по-человечески. Как раз именно в этой ситуации Христос говорит: кто мать моя? Кто брат моя? Кто братья мои? И вот эти, которые слушают меня, это самые близкие родственники мои. Когда ему поставили, перед ним поставили его родственные ответы превыше того задания, той миссии, которую имел от Бога, он сказал: мои отношения с Богом, моя задача выше родственных связей, которые пытаются меня успокоить и оторвать от моего дела. Именно в этом контексте, когда родственники поверили, что он одержимый и прочее. Как раз на этом заканчивается предыдущая глава. Это народ, который собрался на берег, это не просто люди приехали послушать Билли Грэйма, а он им рассказал притчу о сеятеле. Нет. Это люди, которые все это слышали. Слышали все эти слухи. Они видели это. Они видели исцеленных больных. Они видели освобожденных одержимых. Они видели многие болезни, которые исцелял. Он видел многое, что он делал. Они слышали сплетни, но они слышали Христа. Они слышали Слово. Они видели Его чудеса. Именно поэтому эти люди собрались сюда. Эти люди слышали очень много всякого. И о Христе, и видели Его дела чудные, и они видели сплетни, они слышали поношения, они все эти истории знали. Это в голове все перемешано у них. Они пришли услышать что-то еще новенькое. Именно в этой контексте Христос рассказывает им притчу, которая их озадачивает. Они послушали притчу и думают: при чем здесь это? Что он говорит? И разошлись. Это не просто люди пришли на Билли Грэйма послушать и их озадачили. Это люди, которые должны были принимать решение, за с кем идти, кому верить. В этом контексте рассказана эта притча. Что интересно, что ученики, которые были с ним, они задали вопрос: объясни нам. И он им объяснил. По сути, эта притча о сеятеле утверждает очень важную истину. Говорит: послушайте, сеятель вышел. Все эти разговоры, кто обо мне думает, что родственники думают, что фарисеи думают, что вы думаете, не имеет никакого значения. В истории человечества впервые произошло то, что появился сеятель. Тот сеятель, который имеет особое семя, который меняет человека, меняет его природу, делает его ближайшим родственником Богу. Это то время, о котором сказано: приблизилось Царство Небесное. Сплетни они слышали, поношения они слышали, но они не могли понимать, что Царство Божие приблизилось настолько, что перед ними стоит как бы человек, но имеющий власть из другого мира, который имеет полную власть над всем видимым и невидимым, все ему подчиняется. Этот человек среди них, он не агрессивен, он за них, он вместе с ними, он за них сражается. Царство Божие приблизилось. Люди не могли этого не понимать, когда приблизилось Царство Божие. И тогда Христос рассказывает эту притчу: вышел сеятель сеять, у него есть семя. Никогда в истории человека не было этого сеятеля, не было этого семени, не было этого слова, которое спасет любого, кто обратится. Это впервые по милости Божьей наступило время благодати. В этом контексте рассказана эта притча. И Христос станет перед ними вопрос. Вопрос не в том, что вам нужно еще что-то услышать. Еще что-то нужно вы. Вам нужно сделать вывод. Как он в другом месте говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Вам нужно сделать вывод, почему вы не понимаете. Почему в вашей голове все перепуталось? Фарисеи говорят одно, поносят, сплетни, те говорят это. В вашей голове все перепуталось. Почему перепуталось? Очень важно обратить внимание, что сеятель. Мы живем в то время, когда сеятель есть, слово проповедуется. Почему мы не понимаем слово? Почему это слово не меняется? И Христос говорит: сейчас не в том, чтобы услышать вас что-то другое, дополнительное, а в том, чтобы определиться. Почему столько времени вы проходили, вы не меняетесь?
И он говорит, возможно, разные причины. Вы не понимаете, потому что вы не меняетесь, потому что слово не проникает в вас. Сатана ворует у вас. А почему ворует? Потому что вы его не понимаете. А почему не понимаете? Потому что не обеспокоены тем, что понимать. Ну, спросите, почитайте, вникните, как ученики остались, любой мог остаться. Но они не остались, и они не поняли. Они не были обеспокоены словом того, который производил этот ажиотаж. Человека, который за свои от Бога знамениями, чудесами, они не обеспокоились. А говорит, ну не понял, так не понял, но он же вам говорил. Христос ставит перед ним вопрос, что если вы не понимаете, вы просто не хотите понять. Сердце вас огрубило, вам все равно, вам зрелищ давай. Каменистая почва, не глубокая, не рассуждаете, не вникаете. Бурьяны, заботы века сего. Многие люди не понимают слова, потому что слишком много забот. Из этих забот нет выхода, нужно просто сознательно отсечь. Просто выбросить. Ради слова нужно поставить себе определенные условия. Вот в этом контексте, что люди разошли, им не дано. Не дано почему? Потому что стоит бачок с водой. Надо кружку взять, набрать и пить. Но они не захотели пить. Они не захотели этого делать. Ученики остались и спросили. Это мог любой человек спросить, но они не спросили. Они не озадачились этим. Здесь очень трудная доктрина, как она поворачивается. А потом после этого, когда разошлись люди, и здесь я хотел бы, чтобы мы поговорили. Когда люди разошлись, он объясняет им эту притчу. А потом говорит следующее. С 24 стиха в 13 главе, это сразу после притчи о сеятеле, и когда что люди разошлись, ничего не поняли, ученикам объяснил Христос, но после этого объяснил значение притчи, он говорит другую притчу. Это 13 глава Матфея, 24 стих. 13 глава Матфея, 24 стих. Другую притчу предложил он им и говорит, «Царство небесное подобное человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явилось плевелы. Придя же рабы, домовладыки, сказали ему, Господи, не доброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, враг, человек посеял это, а рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевели, вы не повыдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти и вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевели и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, и пшеницу уберите в житницу мою. Иную притчу предложил им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом так, что, прилетая птицы небесные, укрывается в ветвях его». После этого, когда люди не поняли, разошлись, ученикам Христос объясняет, после этого он рассказывает им целую серию других притч. И услышали те, которые остались. Услышали те, которые озаботились послушать притчи человека, который имел большой авторитет, который имел невероятную силу, который символизирует для них Царство Божие, которое приблизилось к ним настолько близко. Он рассказывает им две притчи. Одна притча о плевелах, другая притча о горчичном зерне. Я хотел бы предложить вам возможность поучаствовать. У нас сегодня такой формат. Скажите, пожалуйста, мы слышали притчу о плевелах. Значит, вы ее понимаете? Притчу о плевелах. Хочу задать два вопроса, если понимаем. Нам будет легче. Там быстро пройдем и закончим. Первый вопрос к этой притче. Что вас озадачивает в этой притче? Что непонятно, что трудно понять притче о плевелах? Есть что-то, что озадачивает вас в этой притче? Кто-нибудь есть? Вы говорите, я не понимаю эту притчу, вот это. Пожалуйста.
Что-то есть в этой притче, что непонятно? Да. Василий Иванович говорит, непонятно, за плевелы растут. Растут вместе пшеницы и запретили выдергивать плевелы. Вот эта часть смущает. А нам эта часть нравится. Выдергивать плевелы. Чувство достоинства появляется, делом занят. Кому что еще что-то непонятно в этой притче? Что смущает, что озадачивает? Есть какая-то еще часть? Вячеслав Николаевич? Когда Христос впоследствии ученикам объяснял, он говорит, что поле есть мир, да? Это в этой притче или в другой? Угу. Поле Да-да. Есть мир. Он говорит, пшеница – это сыны царства, да? А плевел – это сын лукавого, дьявол, который посеял их. То есть, кто вопрос первый? В чем смущает? Кто посеял пшеницу и кто посеял плевелы? Здесь Вячеслав Николаевич очень правильно поднимает вопрос. Это действительно трудная часть. Что в этой притче говорится, что плевелы – это сыны лукавого, которых посеял сатана, дьявол. И сыны царствия – это сын человеческий, Христос. Это сыны царствия, он посеял их. Да, получается, плевелы не станут пшеницей, пшеница не станет плевелом. Вы понимаете, куда мы идем с этим? Правда? А почва одна. А растет то и другое. Можно бы сказать, какие еще у нас есть сложности в этой притче, что непонятно или смущает? У нас есть два вопроса. Первое, почему запретили выдергивать? А второе, плевелы сатана сеет. Сыны царства Христос сеет, и то, и другое как будто бы не становится, не меняется, одно не переходит в другое. Что-то еще есть в этой притче? Пожалуйста. Непонятно, повторяю вопрос, непонятно, как пшеница может себя сохранить, если рядом плевелы, которые ее заглушат, как она может остаться? А у вас плевелы в огороде есть? А? Насколько я был у вас в гостях, что-то я там не увидел такого. Что вы были у нее в гостях, а у нее как в рае эдемском, все цветет, не то что плевел. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Давайте второй вопрос к этой притче. Чтобы я бы видел, где мы находимся. Кстати, у кого-нибудь есть ответ, почему нам не разрешают дергать плевелы? А? Правильно. А вопрос, если есть плевелы, пшеница. Сыны дьявола, сыны царствия. Это как примирить? И пшеница не станет плевелом, плевелы не станут пшеницей. Вы же понимаете, на что это намек? Ну да. Ну да. Получается же, Василий Иванович говорит, если выдернешь кого дьявол посеял, выдернешь другого, которого Христос посеял. Ну да. А это невозможно, потому что из руки... Никто не похитил. Еще одна проблема. Сначала были, правильно замечено, плевелы есть, и пшеница, и плевелы. Там сатана посеял, здесь Христос. А то и другой не становится, а тем и другим. Но в то же самое время хозяин говорит, не надо дергать, пшеницу повредите. А отец говорит, что из руки его никто не... Пшеницу невозможно повредить. Ну, а по этой притче можно. Хозяин переживает. Да, пожалуйста. Да, на той же самой почве может вырасти и другое. Да.
Я вот заметил, что на хорошей почве, я там у меня немножко ландскейпинг так по чуть-чуть меняю себя в доме и делаю хорошую почву, я заметил, что бурьян растет намного лучше на хорошей почве. Хотя, с другой стороны, на плохой он хорошо растет, но на хорошей намного лучше. Другой вопрос к этой притче. Скажите, пожалуйста, что вас восхищает в этой притче? Вот я читаю эту притчу, это меня просто восхищает. Терпение хозяина. Да, мы считаем, что мы пшеница. Это утешает, что мы про себя думаем, что мы пшеница. Кто-то еще? Что в этой притче восторгает кого-то? Я читаю эту притчу, мне нравится, я восторгаюсь этой притчей. Хозяин не переживает. Хозяин держит все под контролем. У него все на месте, он все понимает. Пшеницу отберут в житницу. Главное пшеницей оказаться. Хорошо, давайте я немножко поговорю из того, что я приготовил, из того, что я слышал. И мы поговорим о другой притче. Они между собой связаны. Хочу прежде всего обратить внимание, что если в первой притче о сеятеле, там есть некий сеятель, который сеет племя, то в этой притче есть некто, Царство Божие, как его объяснить? Оно похоже, как человек сеет где-то. Он говорит, Царство Божие с другой стороны, ведь Христос пытается при помощи притч. Одна сторона притч, что притчами говорят тем, которые ничего не понимают, чтобы ничего не поняли, так некоторые говорят. Но с другой стороны, притча, как раз это самое эффективное средство, чтобы объяснить непонятное. Некоторые говорят, вот эта притча, Христос говорил притчами, потому что люди не могли понимать его. Это с одной стороны, мы видели контекст, что это за люди были. С другой же стороны, притчи это самое эффективное средство для объяснения того, что сложно понять напрямую. Если бы Христос говорил напрямую эти вещи, еще было бы еще менее понятно. А при помощи аналогии это проще. Так вот, с другой стороны, вот, каждая притча, она отображает определенную грань Царства Небесного. Из каждой притчи нельзя брать все. Так вот, следующая притча уже не говорит, что сеятель вышел сеять на каком-то поле. Но этот сеятель сеет где? На своем поле. На своем поле. Это его поле. И он в своем поле сеет. И сеет доброе семя. Это сыны царства. В это же самое время приходит враг ночью и сеет другое семя. Сыны лукавого, плевела. Что интересно, нас радует, как мы заметили, что когда пришли слуги, обратите внимание, что есть сыны царства, есть сыны лукавого, но есть слуги, которые в какую категорию попадают? Они не плевели, они не пшеница, но они там. Слуги, которые работают на этом поле, говорят, хозяин, не доброе ли семя сеял? Он говорит, доброе. Откуда же плевелы? Хозяина они не застали врасплох, как говорится. Хозяин оказывается в курсе. Он не просто, не то, что не знает, что там плевелы растут. Он даже знает, что когда это сеялось, говорит, ночью это произошло. Я знаю, кто это сделал, но он совершенно спокоен. И тогда слуги говорят, а хочешь мы идем повыдергиваем? А хозяин говорит, не надо. У нас разные приоритеты. Обратите внимание, здесь очень важная часть. Хозяин, это Сын Человеческий, Христос, который сеет на своем поле. Весь мир – это его поле. Враг подсеивает ночью незаметно. И вот на этом поле он сеет свои семена. Но что интересно, хозяин отличается от слуг. Слуги обеспокоены. Чем? Тем, что растут плевелы. И их надо повыдергивать. Хозяин обеспокоен чем? А он обеспокоен пшеницей. Я понимаю, что это можно повыдергивать, но вы переживаете о плевелах, чтобы их там не было. Я же переживаю о пшенице. Вы ее потопчете, когда вы будете дергать. Здесь два приоритета. У хозяина, Сын Человеческий, Христос, он переживает о пшенице. Что бы ни делалось, самое главное, не повредить пшеницу.
Слуги рассуждают очень просто. Они как бы думают о пшенице, но они сосредоточились на плевелах, и увлеченные этим, они не думают, что в этом процессе они повредят пшеницу. Я хотел бы заметить, когда просто ходишь в церковь, это одно. А когда ответственность сваливать на тебя, как на служителя, как пресвитера, совершенно по-другому думаешь. Людям кажется, а куда они смотрят, почему вот этого не отлучили или от этого не отлучили? А почему они ничего не делают? Есть ситуации, которые я смотрю, рассуждаю и не знаю, что делать. Я потяну за эту ниточку, за ней потянется все остальное. Я выдерну здесь, повредится там. И бывает иногда ситуации, я знаю еще в нашей церкви Одесской, когда-то еще Василий Ефимович говорил, там был один вопрос. Был один у нас браток. Было в него такое, немножко такое подозрительное поведение. Я уже в Америке сказал, Василий Ефимович, почему вы его не наказали? Он говорит, это очень сложное дело. Если бы я стал наказывать, очень много невинных людей пострадало бы. И мне трудно было бы рассказать, я бы не смог рассказать все, что я знаю. А то, что я бы рассказал, было бы недостаточно, чтобы людям объяснить. И я бы надел намного больше беды, чем сделал пользы. Вот почему этот человек отдан в руки Божьи, Господь разберется. Бывают ситуации, когда легко выдернуть. Бывают ситуации, когда это нелегко. Единственное, что намекается из этой притчи, на что мы должны обратить внимание. В церкви, в компании, где мы находимся, очень важно иметь правильный приоритет. Мы должны подражать не слугам, а хозяину. Мы должны прежде всего думать о пшенице, не о плевелах. Есть люди, которые, они все время, они переводятся. Они в каждой церкви есть. И в американских церквах есть. Как-то мне жена рассказывала, что ей американка пожилая говорит, вот на наших американских церквах, вот есть, они все время что-то где-то дергают. Все время других, и так они достают, но они никуда не уходят. Люди уходят, они остаются. И занимается эта работа. И есть люди, которые понимают, что их задача вскрыть недостатки, указать на темные стороны церкви, обязательно изобличить. Это их цель. Для нас, как детей Божьих, как пшеницы в вере, мы должны подражать нашему Господу. Наш акцент должен быть, что бы мы ни делали, мы должны думать, повреждает ли это церковь, повреждает ли это пшеницу. Не всегда бывает легко. Иногда мы ошибаемся. Когда мы ошибаемся, надо возвращаться к этому принципу. Сохранение пшеницы более важно, чем выдергивание плевел. Плевелы, кстати, насчет вопроса, это не наши бурьяны. Плевелы, они там все сложнее. Это не так вот растет вот бурьян, его пока маленький можно выдернуть. Нет, плевелы, они пока не появится плод, они как пшеница. В этом проблема. Они растут вместе, и надо пшеница или плевел, выдерну, а да, оказывается пшеница. Они очень похожи. И видно конкретно и безусловно только тогда, когда они поспеют. Но когда они поспеют, выдергивай, уже пшеницу не повредишь, потому что пшеница уже не в корне, она уже в колосе. И тогда уже пшеница не будет повреждена. Как раз Христос об этом говорит, что в Царстве Небесном очень важно иметь правильный приоритет. Нам нужно иметь сердце хозяина. Мы должны развивать характер, мы должны быть чувствованием ко Христа, мы должны переживать за то, за что переживает Христос, а не оставаться на уровне слуг, которые долгое время работают и не поняли, о чем хозяин переживает. Но здесь и другая, смотрите, он с этой притчи о сеятеле, он переворачивает другое, что есть хозяин, который работает в своем теле, поле, он сеет, и ваша задача здесь сосредоточиться, кто вы на самом деле. И если вы пшеница, почему вы иногда обеспокоены, или мы, если мы слуги, чем мы обеспокоены? Плевел и пшеница. Но потом он дальше идет, следующая притча. Она как бы одно переходит в другое. Смотрите, 31 стих. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем». В этом случае уже нет объяснения. В этом случае уже нету плевел. Уже нету врага. Есть человек, который посеял на поле своем.
Есть та сторона вопроса, это тоже Царство Божье. С одной стороны, он как сеятель, который сеет. И результат плодовитость зависит от почвы. С другой стороны, Царство Божие подобно человеку, который посеял добрый, но враг посеял. С третьей стороны, Царство Божие подобно человеку, который берет семя. И где его сеет? На своем поле. На своем поле. Вот это та часть, как раз мы живем в то время, когда мы находимся в очень удобном положении. У нас есть вещи, которые непонятны. Мы открываем другую главу, другого евангелиста, нам понятно. Есть слово, которое непонятно. Говорит, а я, наверное, плевела. Я не то. Мне непонятно. Если бы было понятно, я понимал. Нет, Писание говорит, что ответственность на нас лежит. Есть Слово Божие, которое мы можем понимать о Царстве Небесном. В том, что Царство Божие приблизилось. Ты грешник, покайся. И веруй в Евангелие. Смотрим, как этот мир создан. Кто-то разумный создал его. Это наш Отец. Он нас настолько любит, что Христос пришел умереть за нас. Он настолько близок нам. Это Царство, это Слово Божие, Евангелие, обращено к вам и ко мне. Это Слово надо принять. Примите, насаждая ваше Слово. Есть многократно тексты повторяют, что на нас лежит ответственность. Принимаем мы Слово или не принимаем. Есть другая сторона, как будто бы это от Бога зависит. Но Бог его посеял. У нас есть Священное Писание, в котором то, что непонятно, в другом месте объясняется. Понятными словами. Нам непонятна одна притча, есть другая притча. Нам непонятно через притчу, есть сказано прямо. Мы сейчас не можем сказать, как ученики, Господи, почему ты с ними разговариваешь притчами? Или скажем, Господи, почему ты со мной притчами разговариваешь? Может, мне не дано знать царство, тайны Царствия Божьего? Ответ был бы очень простой, подожди. Ты полистай книгу. На следующей странице сказано прямо. Тебе непонятны притчи? Читай прямой разговор. Читай примеры. Иди в послание. То же самое многократно повторяется. Если ты действительно хочешь знать, есть и прямо, и косвенно, и через притчи, и через примеры. Мы находимся в том положении, когда Слово Божье подано таким образом, что мы можем его взять. Как в этой притче сказано. Царство Божие подобно человеку, который взял это слово и посеял в поле своем. Наше сердце, наш внутренний мир, наш дух, наш разум, наше естество. Это от вас и от меня зависит. Слово, которое мы здесь читаем, чтобы применить его к себе лично. Слово Евангелие, слово наставление, слово обличение. Чтобы мы перестали думать, что это к кому-то, что это к плевелам, это к ним. Сказать, Господи, это я ответственный. Я понимаю достаточно то, что я понимаю. Я буду исполнять его и сохраню его в сердце. Есть много непонятного, это не для нас, а то, что понятное, надо посеять. Мы понимаем, что мы грешники, надо покаяться. Надо исповедовать перед Богом. Мы понимаем, что воровать грех, мы не воруем. Если украли, надо отдать. Мы понимаем, что говорить неправду – это грех, мы ее не говорим. Мы понимаем, что всякая ярость, злоба, гнев и прочее оскорбляет Духа Святого. Мы работаем над своим характером. Мы понимаем, где написано, братья, умоляю вас милосердием Божьим, отдайте сердца ваши, тела ваши в жертву живую, угодную для разумного служения. Отдайте десятую часть из-за того, что имеете, в том числе ваше время. Это мне написано. Сказать, Господи, десятую часть моего времени я отдам, я буду в служении. Читайте очень много текстов, чтобы мы перестали читать, что они написаны для кого-то. И говорит, человек взял и посеял в своем поле. Мы не знаем, как одно с другим связано, но когда мы читаем Слово Божье и сеем в своем сердце, в своем поле, оно начинает расти. Нам нужно перестать думать, что нам непонятно, как тем людям у моря. У нас есть другая притча. Непонятно? Открывай Священное Писание. То, что тебе понятно, сей в свое сердце, в свое поле. И происходит таинственный процесс. Это семя начинает расти. И когда мы применяем то, что нам понятно,
оно начинает расти, охватывает наше естество, наш разум, наши привычки, наше поведение, нашу душу, все наше естество пронизывается Словом Божьим, и становится все меньше и меньше непонятного. И потом постепенно что происходит? Вырастает большое дерево. То, что было маленькое, оно охватывает все естество человека, так что птицы небесные прилетают и укрываются в ветвях его. Мы не сможем сделать себя полезными для людей. Но если мы будем заботиться о том, чтобы слово, которое мы понимаем, слышим, а мы сели в свое собственное поле, в свое сердце. Если мы говорим о кротости, если мы говорим о гордости, о зависти, все, что сказано, что нам понятно, к себе применять. Чтобы Царство Божие пронизало все наше естество, чтобы это стало большим деревом. А когда Царство Божие пронизывает наш характер, мы становимся полезными для других. Так что птицы небесные прилетают и укрываются в ветвях его. Мы не сможем птиц привлечь к себе. Если мы хотим, чтобы наша церковь росла, мы не сможем просто рекламу людей зазвать. Нужно, чтобы это дерево выросло. Нужно, чтобы каждый из нас поставил перед собой вопрос: Господи, я буду читать Священное Писание. И то, что я понимаю, я буду принимать решение сеять свое поле, свое сердце. Эти отдельные кусочки, которые мы понимаем, это то же самое семя. Это только отдельные грани. И по мере того, когда каждый из нас позволит Слову Божию расти в нашем сердце, становиться деревом, церковь наша становится сильнее. И когда она становится сильнее, птицы сами увидят тень в ветвях, и они прилетят. Итак, если взять эти две притчи, первой притчи мы должны ориентацию изменить, они приоритеты изменить, что мы должны переживать больше о пшенице, чем о плевелах. Думать о том, чтобы не повредить пшеницу. Мы иногда слишком по-человечески увлекаемся плевелами, потому что здесь борьба реальная. Делал, согнул, выгнал, разбил, уничтожил, доказал, открыл, вскрыл. Плевел нет. И мы наполнены чувством исполненного долга. Есть у нас это человеческое бороться с этими сорняками. И это на своем месте. Но мы всегда должны помнить приоритет не повредить пшенице. Другая часть нашего подхода Царства Божьего, что слово, которое мы понимаем, мы те сеятели, которые сеем, не в чужой огород, в свое поле. И когда наше сердце, в этом сердце Царство Божие прорастает, мы становимся полезными для других. Мы не только не повреждаем их, но мы помогаем им, мы становимся полезными для них. Но мы не сможем никак быть полезными, если Царство Божье в нашем сердце не растет. Знаете, когда оказывается на месте пресвитера, очень большая такая тяжесть ложится. Некоторым людям кажется, что от меня слишком много зависит. Очень много сфер, где от меня очень мало зависит. Им кажется, что если бы я сказал слово, вот в той конкретной сфере все бы поменялось. Если бы я сказал вот тому и тому, он бы поменялся. Говорит, почему ты ему скажешь? Ну я же тебе говорю, ты меня слушаешь. Нет. Так он тут то же самое, так же слушает. Кому-то может показаться, что если бы я человека какого-то заметил и дал ему служение какое-то, выдвинул, этот человек расцвел бы. А поскольку я не даю ему этого служения, какой-то, значит, он потому не делает. Не потому, братья и сестры. Все намного проще и в то же время сложнее. Что каждый в отдельности, если мы несем ответственность за то, пусть я не понимаю, что там сеет, пусть я в начале главы не понимаю, но я понимаю Слово Божие, и я сею в своем сердце. По мере того, когда Царство Небесное формирует, изменяет наш характер, по мере того, когда я к себе лично применяю тексты Священного Писания, птицы замечают тень в этом дереве. Я, естественно, автоматически становлюсь полезным для других. И эту полезность никто не может остановить. Ни я, ни братья, никто другой. Потому что если Царство Божие растет в человеке, человек становится полезным.
И он приносит пользу для Царства Божьего. Он думает о пшенице, он думает о хозяине. Это Царство Божие изменяет его характер, и люди тянутся. И я не смогу такого человека остановить. Это только кажется, что от меня зависит. У меня есть небольшая функция в теле нашей церкви. Но у каждого из нас есть своя функция. И самое главное сегодня взять для себя. Не надо брать то, что непонятно. Не надо отчаяться, что мы, наверное, плевелы или пшеница. Там не об этом речь. В той притче речь не рассматривает, каким образом плевелы становятся плевелы, пшеница становится пшеницей. Это рассматривает в другом месте, где Христос называет, отец вас дьявол. Помните в одном месте? Он говорит, есть сыны дьявола, есть сыны Божьи. Там говорит, отец вас дьявол. Тем не менее Христос говорит им, не покаетесь, погибнете во грехах ваших. Он этим, которых он называет их отец дьявол, дети дьявола, плевелы, он говорит, у вас есть шанс, вы можете измениться. Не покаетесь, погибнете в грехах ваших. Не уверуйте, погибнете в грехах ваших. То есть шанс, но это объясняется в другом месте. Как плевелы могут стать пшеницей. И как пшеница может стать плевелой. Но не в этой притче. В этой притче мы не обсуждаем это. Это появляется плевелы и пшеница. Единственное, что обсуждается. Не надо дергать плевелы. Думайте о пшенице, чтобы ее не повредить. Поэтому, когда у нас правильные приоритеты, мы думаем о пшенице. Как бы не повредить, и в то же время сеем в свое село, в свое поле. И Царство Божие пронизывает наши привычки, наш разум, наши мысли, наш характер, наши способности, наши дары, наш язык. Мы становимся полезными. Мы не только не повреждаем их, но мы становимся полезными для них. И эту полезность, которую Бог проявляет через нас, никто не сможет остановить. Я бы хотел всех вас призвать к тому, чтобы мы поставили такой обет, слово дали Господу. Господи, вот я начну читать. Все, что мне понятно, я буду сеять в своем сердце, в своем поле. Я хочу быть этим деревом. Я хочу быть полезным для других. Научи меня вот фильтровать это все. Что мне понятно, я сею свое сердце. Научи меня сделать, чтобы я был полезным для других во имя Господа. Это наша церковь будет сильной, большой и влиятельной. Во имя Господа давайте это сделаем сегодня в нашей жизни. Аминь. Будем молиться. Аминь. Дорогой Господь, наш Небесный Отец, благодарим Тебя, Господи, за то терпение, с которым Ты сеял свое слово на протяжении многих веков, за то, что Ты бодрствуешь над своим словом, и оно достигло о нас в такой удобной, доступной форме. Мы благодарим Тебя, что мы живем в это время, и умеем читать, мы имеем возможность иметь каждое священное писание, мы имеем все вместе. Помоги нам, Господи, чтобы мы сохранили Слово Твое в своем сердце, чтобы мы были озадачены тем, чтобы своими действиями мы не повреждали Твою пшеницу, но чтобы Слово Твое мы сеяли в свое собственное поле, в своем сердце. Дай, Господи, чтобы каждый из нас был этим большим деревом Твоего Царства. Благослови нашу церковь, чтобы Царство Божье проявлялось могущественным образом через нашу церковь для окружающих нас людей. Во славу Тебе, во имя Христа Иисуса. Аминь. Наше служение вечернее подходит к концу. А мы в заключение споем псалом «Бог мой, храни меня».
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Наше служение приходит к заключению. Мы будем совершать молитву. Мы только что пропели прекрасный гимн «Бог мой, храни меня». У нас прекрасное желание, чтобы Бог хранил нашу жизнь, сохранил наши семьи, наши дома. Вы знаете, сегодня, когда в начале служения слышал несколько молитв было наших старших людей, которые из Украины переживают о той ситуации, которая там. Некоторые задают вопрос, а как нам верующим, к церкви относиться к тем событиям, то, что происходит, или мы просто должны молиться, и мы ничего не должны делать. Люди имеют разные мнения. Я сегодня, когда слышал избыток это слово, которое Господь нам даровал, мне как-то такая мысль появилась, а насколько мы способны в нашей жизни вообще изменяться? Мы приходим каждый четверг, воскресенье сюда, чтобы послушать Слово Божие. А насколько наша почва готова, чтобы то Слово, которое сеется в наши сердца, которое мы понимаем, Дух Святой нам открывает, и мы довольно как бы готовы изменить, может, свое какое-то мнение, которое мы уже имели до этого времени, свою позицию. Даже в вопросе, вы знаете, когда пастор немножко напомнил, вроде мы понимаем, что мы должны жертвовать церковь, как мы должны. Но у нас есть уже свое мнение, и хотя мы слышим Слово Божие, мы понимаем, что да, я могу обворовать Бога, я могу свою математику сделать какую-то более умную, как в Библии написано, и этим мы не боимся воровать Бога,
И приходим в теплое здание, и нам спокойно. То есть у нас есть какое-то мнение, и нам трудно его измениться, потому что касается нашей жизни. Я хотел бы так несколько слов только сказать. Вы знаете, я тоже с Украины, и переживаю за наш народ. И как-то много, даже мне Таня говорит, ты очень много проводишь времени там. Я говорю, я переживаю. Да возьми, встань и помолись, и будь спокойный об этом. Ну, кто-то может так. И вы знаете, я таких два сюжета посмотрел. Есть протестующие, есть та милиция, которая охраняет. И один сюжет такой интересный, что становятся священники посредине, как бы живым щитом между протестующими и теми военными, ну, с полицейскими. И как бы хотят сохранить мир, спокойствие, приятная картина. Другой, как-то я один небольшой такой сюжет, одна молодая девушка говорит, когда я с первого дня вышла туда, как бы вот это, когда протесты эти начались в Украине, я ходила, и даже когда мы видели этих, специально эти войска, которые охраняют, мы давали им чай, давали им бутерброды, чтобы как бы их расположить к себе, чтобы они поняли, что вот есть народ, есть, который есть нужды. Но мы позже поняли, что действительно они не готовы к этому, это другие люди. И она так сказала, говорит, мужчины пошли туда, а вы знаете, что мы можем делать? Она обратилась, мне осталось одно средство, только молиться. Вы знаете, я заплакал. Молодая девушка, которая полтора месяца там прошла, говорит, мне сейчас очень страшно. И я поняла, что я буду молиться. Я призываю, говорит, всех женщин, которые есть, просто молитесь. И вы знаете, я хотел бы пожелать нашей церкви, у нас есть свое как бы, отношение, свой взгляд на все события, но то, что мы как церковь, мы не должны быть безразличны. И по крайней мере, что если мы что-то другого не можем делать, не готовы делать, и мы здесь находимся в прекрасной стране, мир, спокойствие, но мы можем молиться. Молиться о нашем народе, о тот, который... Людей разные мотивы, но чтобы Бог хранил этот народ, чтобы там еще проповедовалось Евангелие, я знаю, Василий Иванович планирует поехать, мы с молодежью планируем на Украину, чтобы Бог хранил там народ, и там еще могли быть и души, которые... обратились бы к Господу, потому что здесь с тех мест, в которых мы жили, где мы ходили по тем улицам, сейчас там идет, будем говорить, война, кровопролитие. И вот те молитвы еще раз напоминают нам о том, что мы должны молиться, как церковь. И пусть Господь благословит, чтобы мы не были безразличны, помнили, у нас могут быть разные взгляды, но чтобы у нас были добрые сердца, расположенные сердца, и мы молились с чувством это делать и с искренним сердцем. Пусть Господь благословит, станем совершим молитву. Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, Ты подаровал нам милость Свою, Ты даровал нам спасение в Иисусе Христе, Ты даруешь нам надежду, Ты даруешь нам смысл жизни, Ты даруешь нам мир, спокойствие. Эту прекрасную страну мы можем наслаждаться этим покоем, миром. Мы можем собираться, чтобы восхищаться той радостью, которую мы имеем в Тебе. Но мы сейчас и молимся за тех людей, которые в тревоге, которые в переживании, которые, может, еще не имеют мира, не имеют спасения. Они сейчас там имеют это беспокойство, переживание, трагедию, Господи, проливается кровь. Господи, да будет милость Твоя, храни там народ на Украине по милости Твоей, сохрани жизни детей Твоих. Даруй, Господи, спокойствие, мир, чтобы там еще проповедовалось Евангелие, чтобы там народ Твой мог смириться и больше приблизиться к Тебе. Пусть Твоя благодать, защита будет там над народом Твоим. Даруй мудрость, смирение и правителям, чтобы они также могли понимать свою временность на этой земле. Господь, благослови церковь Твою. Благослови нас, чтобы мы поддерживали друг друга, были внимательны друг к другу, служили друг другу. И это слово, семя Твое, могло приносить плод нашей жизни, и мы бы были способны к изменениям нашей жизни.
Благодарим за это служение, за Слово Твое. Благослови служение детей Твоих, молодежь благослови, воскресную, русскую школу, то служение, которое все те служения, которые совершаются в нашей церкви, пусть и в этом прославится, возвеличится имя Твое. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим.